Пошли, Тась, оставь, Джинка сама возьмет. Тась привык на прогулку брать сама. Она взяла у него, отобрала, типа, я понесу, я тоже большая, я уже умею. Пошли, Джинка. Да. Ты молодец. Где Тайсон? Джин, ищи Тайсон. Где Тайсон, Джин? Где Тайсон? Ищи Тайсон. Тайсон, а где пуллер? Тайсик уже пуллер где-то оставил. О, молодец. Не оставляй, сам следи за ним. А то берут собачки игрушки, а папка потом наблюдает. Не оставили где в лесу. Забыл, да, мой хороший? Тишки. Как классно, посмотрите, посыпали снежок. Ой, снежок посыпали песочком. Так красиво стало и не скользко. Вот это молодцы, правильно сделали. А то здесь гололед такой был. Собашка. Тасик, бери, пошли. Бери игрушечку. Ты мой хорош. Вот, друзья, спаниеля встретили на прогулочке. Сейчас впереди еще один спаниель идет, только лохматый. Че, Джинка, опять тебя уронили, да? Здрасте. Еще один спаниель, только что встретили такого же. Только у вас пушистый, а тот не такой пушистый. А я не пойму, он вообще какой, английский или чей? Может, они постригли его? Но он такой же цветом. А, может быть. Может быть, они разные спаниели, но тот тоже спаниель. Вот, друзья, реакция на людей. Мимо. Да, Джинка, ты уже мимо у нас пробегаешь. Мимо людей пробегает Джинка. Уже привыкла к людям, не подбегает. Бывает, конечно, кому-то подбежит с интересом. Вот детишки впереди идут. Сейчас посмотрим, как она отреагирует. Эй! Джина, ну-ка не прыгай, хулиганка! А, это щеночек, он просто сейчас ко всем. А что такое? Ну-ка нельзя прыгать, Джина. Вперед! Не испугались? Ну и правильно. Эй, ты, Джинка. Девочки говорят, да ладно. Я говорю, не испугались? Они говорят, не. Ну и хорошо. Вот ничего.
ничего, ничего. На, нет, это она обрызается, не бросается. Только что вы вдвоем на меня, да? А как ее звать? Сая. Кая? Сая. Сая. Сая, иди сюда, Сая. У тебя такая морда пушистая-то, красивая. Чего, Жинка, страшно, да, страшно. Ты скажи, да я больше замерзла, чем страшно. Тебе-то, конечно, хорошо. Эй, Джина, так не лезь на нее. Не-не-не, она не касается. А, детишек маленьких видит, да, он хороший. Молодец он. Акитка. Акитка, да, Джиночка, акиточка. А это он любит. Тайсон, отдай варежку. Тайсон. Дай. 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 Эй. Нельзя. Спасибо. Это он, да, он любит отобрать. Чего, Джинка? Побороться хочешь, да? И с чулькой. А вы кобеля и ее ставите? Да. А потом как? Как? Когда созреет. Когда течка? Или ну что? Да. Ну и что? Ну, у меня вот у сына клетка стояла. У них было две хаски. Мальчик и девочка? Да, мальчик и девочка. Типа, чтобы не повязать? Ну да. А, ну, и они их в разные эти прям. Ну посмотрим. У меня пока что такого опыта не было. Ну вот у них будет? Вот эта собачья клетка стояла. Клетка так есть, она сообразительная, она сама так. В этой клетке потом так и жила. Ну, спрячется там. Она тоже любит у меня в этот домик, да. Она как косточка сразу туда бежит. Так что найдем выход. На крайняк по разным комнатам будет сидеть. Потому что, конечно, они будут там тяжеловато было. Тайсон, что ты там? Понравилась она тебе, да? Давай, поборись с ней. Сколько она весит? 30 кг тоже? Ну да. И она тоже держит оборудование. А, Тайс как раз тоже у меня любитель. Я не боксер. Это такая малявка. Ко всем лезет. Играться. Это она сейчас отберет тоже. Потом я ее не догоню. Лучше не давать. Да. Жиночка, иди побегай, а то сейчас замерзнешь. Сейчас домой пойдешь. Порезвись немножко. Какая сегодня вьюга, да, Тась? Какая вьюга сегодня. Иди давай, побегай. Давай побегай, Тась. Или ты это, пускай Джинка поиграется, да? Что ты, замерз, Тась? Пошли домой? Идем домой? На улице это вам да, вообще отлично. Ну, мы брали, в общем, соседи. Ладно, мы пойдем. Ой, Синка, ты меня уже ждешь, молодец. Тягуся. Какая шкура у тебя, медвежья шкура. Такая собака. Да, Тайсон, Джинка, посмотри, какой Тайсон, она шерстяной. Шерстяной Тайсон. Эй, не кусаться. Тазик, Джинку зови, надо на поводок ее брать. А я Джинку приучил уже, знаете, к чему? Блин, поводки запутались. Щелкаю, в общем, карабином, и она тормозит.
Джина. Ко мне. Что-то унюхала там. Джина, ко мне. Ко мне. Что-то вот она иногда тупит. Надо команду ко мне, короче, отрабатывать. Джина, ко мне. Я не тормоз. Я долго догоняю, да, Джина? Да, я тебя возьму. Что, Тася? Джинка убежала, значит, нам тоже пешком надо идти. Слушайте, она уже махнула. А, здесь. Это лишь бы по лестницам побегать. Пошли, Джина. Джина, Ирин. Ну, Тася, выглядите, помимо. Тайсон предпочитает на лифте, а Джинка по лестницам бегает. Вперед. Вот приучил. Надо было вам показать, когда они входят и как они садятся сразу на порог. Приучил, в общем, тазик-то и так знает, он сразу садится, пока я его не вытру или не помою. А Джинка сразу убегала, либо на кухню, либо в комнату после прогулки. Сейчас я ее тоже приучил, она только куда-нибудь отходит в сторону, говорю, эй, она хоп, туда садится и ждет, пока папка лапки не вытрет. Да, мои хорошие, такими грачками так смотрит все. Сейчас будем вытираться. Все, Джинка, не дает он тебе, да? Не можешь забрать? И так хочется, смотрите, аккуратно. Это кто к папе лезет купать, а? Джина пришла, да, к папке в ванну. Раньше Тазик к папке приходил. Станет такой, сидит, смотрит. Станет, сидит, смотрит. А теперь Джинка прибегает. Да? Ты что там, папка, делаешь, скажи? Купаешься, возьми меня с собой. Я тоже хочу купаться в ванне. Поплавать хочу. Тоже я хочу поплавать тоже. Ай ты моя красавица, ай ты моя красавица. А где там Тайсон, Джина? Где Тайсон? Иди Тайсона тоже позови для полного состава. Джина, где Тайсон? Иди позови Тайсона, давай. Зови Тайсона. Тайсон, где Тайсон? Вот он мой Тайсон пришел. Джинка, ты Тайзика позвала, да? А ты моя сладкая, Джина. Джина. Ай, ты моя сладкая. Тайсон, иди сюда, Тайс. Тайс. Ушел.